Алексей, поздравляем вас с победой. Как играла? Спасибо. Хорошо. Игра после перерыва. Начинаем налаживать свои связи, игровые моменты. То, что ребята были в сборной, чуть-чуть потерялось это немножко. Сейчас, думаю, в дальнейшем еще более-более будет все нормально. От прошлого матча чем-то отличалось это по состоянию, по настроению? Да, отличалось. Но я говорю то, что вот связано с перерывом, то, что ребята играли у нас в сборной. Мы отдельно чуть-чуть потерялась эта нить. Ну, так что в дальнейшем вот налаживаем. По сравнению с тем матчем, сегодня уже взаимопонимание уже лучше было, конечно, чем по сравнению с тем матчем. Мы сегодня смотрели сверху, оценили ваш гол. Нам очень понравилось. Расскажите, как это было? Да, защитник ошибся. Я подобрал, подкараулил мяч и пробил. Пробил, хорошо забил. Все, а так это в целом заслуга команды, то, что все как бы друг другу, ну, помогали и напрягали защитников, вот его ошибся. Алексей, нет досады того, что не разменяли двузначный счет? Да нет, все как бы нормально. В концовке немножко чуть-чуть уже побежали вперед, надо было чуть-чуть, мне кажется, игру чуть подсушить. Так, так в целом игра хорошая, нормально. А нет ощущения, что команда делает результат в первом тайме, а во втором же ну, доигрывает? Да нет, 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 такого нет. Все стараемся до каждой минуты. Все, спасибо. Спасибо.